Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила ранее, что представители правительства посетят несколько стран с рабочими визитами для поиска решения газового вопроса. Одну из таких групп возглавил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. Молдавскую делегацию в Киеве встретил коллега Попеску Дмитрий Кулеба. Министры провели переговоры в формате один на один, а потом вышли на брифинг, но говорили не о газе и не о помощи Молдове, а о евроинтеграции, партнерстве с Западом, и все не без антироссийской риторики. Президентка Санду взяла участь в Крымской платформе, за что мы ей надзвичайно вдячны. Президент Майя Санду приняла участие в саммите Крымской платформы, за что мы ее благодарим. Большая часть наших переговоров свелась к синхронизации и объединению усилий на пути евроинтеграции. Мы договорились с Нику активно готовиться и координировать подготовку к саммиту Восточного партнерства. Вчера, если помните, я заявил публично, что считаю, что ассоциированное трио – следующие страны, которые станут частью Евросоюза. Я был рад услышать, что Нику поддерживает эти идеи. А сегодня я был особенно рад почути, что Нику є навіть більш амбітним, ніж я в цьому питанні. And I'm very glad that we talk not only about. Я очень рад обсудить не только наши двусторонние отношения, но и наши амбиции, которые мы разделяем на пути к европейской интеграции. Мы обсудили, что можем сделать, чтобы сблизиться с ЕС. Договорились, что на саммите Восточного партнерства мы вместе объявим о своих целях. Что же касается газа и энергетического кризиса, охватившего обе страны, министры иностранных дел не нашли ничего другого, кроме как сказать, что и тут во всем виноват Кремль. Сьогодні важливою темою наших перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Мы обсудили энергетическую безопасность наших стран. Мы подтвердили готовность поддерживать и в дальнейшем сотрудничество по поставкам природного газа. Мы выразили солидарность друг с другом в эти, без сомнения, тяжелые моменты для страны. Вместе мы сможем противостоять любому давлению со стороны России. Будь-який тиск Российской Федерации. Мы чувствуем поддержку и солидарность Украины и надеемся, что сможем рассчитывать на эту поддержку и в дальнейшем. Напомним, ранее вице-премьер правительства Андрей Спыну вернулся из Польши, где также искал варианты разрешения газового кризиса. Он провел в Варшаве несколько встреч с правительственными чиновниками, но, вернувшись, не предоставил конкретной информации о достигнутых договоренностях и о том, были ли достигнуты эти договоренности.